Мы прожили с сыном два праздника на этом слете. Один был для взрослых праздников, другой для детей. Мне оба праздника очень понравились. И сначала, получается, мы для нас, взрослых, проходил праздник, и мы знакомились с героями, учились им улыбаться, им радоваться, попадали в их мир, узнавали их страну. Потом могли это все донести до детей, создать правильное настроение, правильный настрой у детей. И мне кажется, что сын стал спокойнее, он как бы такой немножко зажатый, всегда такой грустный ходит, а после сказки он прибегал и говорил, что на вопрос, да, мне понравилось, да, вот я хочу, чтобы ко мне дельфиненок приплыл, говорил, чтобы я пила разукраски, чтобы мы с ним вместе поразукрашивали. Поэтому я думаю, что ему понравилось, мне тоже очень понравилось, и надеюсь, что мы с этим праздником, со сказками встретимся еще раз, и не один.